Всем привет! С вами Дваска, и сегодня хотел поговорить о технике, которая нужна для получения рангов. Итак, пятый ранг у меня получен. Сейчас немножко посмотрим, что же здесь вообще теперь происходит. Пятый ранг несгораемый. Сейчас это все дело обновится. И посмотрим, какие призы. Итак, призы. Тут что-то в коробочке. 5750 бонов и нашивка. Все понятно, я там 37095, нужно еще заработать очки, чтобы подняться чуть выше. И смотрите, как сортируется по проценту побед. Ну не по проценту побед, а отношение количества боев, принесших шеврон, количеству проведенных ранговых боев. У меня получилось около 60%. Во второй лиге тут ребята тоже там с 5 уже очками, но у них меньше процент побед, поэтому они попадают во вторую лигу, и у них тут призы меньше. В третьей лиге еще меньше, кто-то еще не достиг, например, пятого ранга, и у них еще меньше призы, то есть тут все игроки вот так вот сортируются. 124 400, это видимо столько человек приняло, а нет, больше, вот еще, то есть в принципе все тут. А есть игроки, которые вообще не попали в призовые лиги, вот еще в чем прикол, то есть они еще в третий, тут третий ранг завоюют и так далее. Ну, в общем, что после пятого ранга? Есть еще такие штуки, нужно конкретно для техники зарабатывать награды. Можно вот эти всякие огнетушители и аптечки, плюс вы будете получать баллы, я так понимаю. И еще к этому я не приступал, поэтому будет чуть позже. Сейчас хочу поговорить о технике, то, на чем я проще всего выполнил. Значит, пробовал разную технику, тестировал, там, Е7, Е50, Е100 не пробовал, ничего у меня стоковый, так сказать, Т110Е5, Батчаты, Арту, СТ. Значит, смотрите, в основном все играют, вы сами видели, на прочных танках, это всякие там Маусы, Е100, Т110Е5, Яга Е100. В общем, танки, которые трудно пробивать. Соответственно, вам тоже на картоне выезжать довольно трудно. Можно выехать на Батчате, но танк барабанный, да, на нем можно накнуть, но на нем нужно уметь. Если вы не умеете играть на Батчате, то забудьте про него, берите прочные танки. Это в первую очередь советский СТ, Объект 140 и Т-62. И во вторую очередь это американский ТТ, Т-110Е5 и Т-57 Heavy. Но я говорю за эти танки, потому что у меня нет, например, Мауса. У меня есть Е100, но я на нем не катал, потому что, как я сказал, сток пуха, топ еще не поставил, поэтому не совсем мне хочется этого делать. И с седьмой как-то я играл тоже можно, но что-то такого кайфа у меня не было из-за той же косоватой пухи с долгим сведением. Е50М тоже можно, но все крепкие башни, там такую через башню, у него башня картон, поэтому его нет, я отставил, хотя в первую очередь я, конечно, на нем тоже играл довольно успешно. Но все-таки советский СТ плюс американский ТТ, это вот тот набор, который мне позволил довольно быстро набить. Причем с 4 до 5 я дошел буквально там за 10 боев. Именно потому, что играл в основном на Т-62 и объекте 140. Твердая башня позволяет этим танкам хорошо танковать, наносить урон любым противникам. Голда отличная, пробивает любых там Маусов, Е100 и всяких Т-5 Хэви японских. Что еще хотел сказать? Арта. Арта задрачивает очень сильно. По 2-3 арты в каждом бою. У меня один бой там из 20 был, когда вообще не было арты. Особенно на тяжах это просто капец. Я сначала играл на тяжах, на Т-110Е5, у меня все отлично получалось. Но потом я просто на открытых картах сильно пострадал от арты и решил взять СТ. И я не ошибся. СТ советские в этом плане лучше всего. Они, арта их не так фокусит, потому что они быстро, их сложнее выцелить. Она, арта все время фокусит тяжи, и тяжи обычно полно в каждом бою, в ранговом я имею в виду. Поэтому СТ в этом плане лучше, их меньше фокусит арта, они лучше наносят урон, и они танкуют не хуже любого тяжа. Поэтому советский СТ плюс американский ТТ, ну, должно повезти с картой, чтобы попасть хорошо на ТТ. Хэвик отлично заходит на любой городской карте. Т-110Е5 на любой карте с холмами, там, танкование через башню, на ура. На арте пробовал играть, получается, не получается. Короче, сомнительное удовольствие, мне не понравилось. Короче, поэтому я вам не рекомендую, и поиграйте на нормальной технике лучше, а не на арте.
Вот, собственно, все, что хотел рассказать, какие танки выбирать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Дваска. Всем пока.